Однако, здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Zoocoozis. Я неправильно читал название игры, да, потому что, очевидно, оно связано с psychosis, то есть психозом. Вот, в прошлой серии мы развалили, насколько я помню, гориллу, мутировавшую. Убили, прям пришлось убить. Так, что у нас здесь поэтому по еде? Мы еду загрузили вообще, нет? У нас нет еды вообще, да. Я переместился к пингвину, но не сделаем еду. Давайте. Резать. Все, 3 кило. Значит, мы где-то вот так должны отрезать, я думаю. Где-то вот так. Кстати, я так неправильно отрезал, да? То, что справа, это уходит в еду. Ты что, дали еду? В смысле? А, недостаточно, ну да, ну да. Давайте обратно на станцию поедем. Нарежем еды. Я что подумал, с едой опять? Я в прошлый раз так же лоханулся с гориллами. Я должен был... Я слева отмерял то, что остается. Ну логично же, да? Слева это то, что ты на столе режешь. Ну ладно. А это у нас квест вообще есть? Пингвинов посмотреть, и рычаг подачи чего? Уже не помню. А еще мы болеем, кстати. Нашего чувака жестко проносит, он там бльет после каждого вольера. Кручайшим образом. Я думаю, а что мешает сейчас загрузить побольше всего? М? А, что мы не точно будем резать все это дело. И рыба. Фиш. Ага, мясо, смотрите, мяса вообще нет, реально. Женя была права в комментариях, что разве у тебя нет мяса? Может быть, ты, если его отдал жене, то что-то пойдет не так позже. Хотя, опять же, мне кажется, что скорее что-то пойдет не так с женой. А, вот должны открыть шкафчик того чувака. Давайте сначала все-таки пингвинов кормим, чтобы не двигать прогресс дальше. Ну, сухой, довольно... Чистить биофильтр. Как его очистить? Прекрасно, блин. А не рука ли этого Десантас, или как там его зовут? Офигеть, мы очень, очень плохо себя чувствуем. Трезвая рука. Тебе вообще ничего не беспокоит, да? Или это рука Хопфуда? Что думаете? Я думаю, мы теперь можем пройти в скрытые зоны. Давайте сначала все-таки покормим пингвинов. Те, сколько часто мы должны проверять наших подопечных, то есть животных. И как быстро мы сдохнем, если будем продолжать игнорировать тот факт, что героя буквально плавит что-то биологическое заражение. Так, нам нужно, давайте, у нас что есть? А нужен транквилизатор? Я в прошлый раз, конечно, потратил гору транквилизаторов. Я надеюсь, это нас не сильно остановит. Ну, давайте парочку транквилизаторов сделаем. И этого, надеюсь, нам хватит. Я уже все их потратил. Я пытался проверить, можно ли усыпить это животное и взять с него кровь. То есть мутант. Но потом оказалось, что нифига, мы... Ой, я опять забыл еду сделать. Что мутант прячется, и с него нельзя ничего срезать. В смысле, нельзя снять, взять образцы. Так, нам нужно 2 кило. Вот это у нас получается 2,5, правильно? Чуть меньше будет 2. Так, так вот. Прекрасно. Почти без отклонений. Принять. Отлично. Давайте выдвигаться. Посмотрим, правильно я помню вообще, как играть в игру, потому что, ну, с той игры прошло, ну, дня 4, кажется, я не помню. Уже забыл, сколько времени. У нас такой достаточно плотный сейчас объем работы. Так, погнали. Надеюсь, скримеров не будет. Я не люблю двигаться спиной вперед. Опа, сторож. Сюда зайдем. Боже мой, как нам плохо. А можно себя просканировать, а?
Магический комплекс, это комплекс. Найс, найс, найс. Что такое? Телефон, который не звонит. И четвертый ГПК Хопфуда, правильно? 4 из 4. Привет. Дерьмо. Со мной происходит что-то странное. Непреодолимое желание съесть этого сырого мяса. Моя рука невольно схватила кусок, я сожрал его почти не жуя. Этот сладкий привкус во рту. Боже мой, мы тоже мутируем, да? Как все прекрасно. Пона мать. Кайф. Поехали дальше, чё чело, чё ж ты? Сейчас с пингвинчиками разберемся, потом начнем себя хилить, я думаю. Каким-то образом. Надеюсь, нам дадут способ, или мы помрем, и нам New Game Plus, и в New Game Plus мы что-нибудь будем уже понимать. Так, вот так вот. Добро пожаловать в вольер пингвинов. Ху-ху, 6 пингвинов, жесть. Привет, пингвинчики. Сейчас мы у вас хорошенечко. Привет, пингвинчики, привет. О, кстати, это отличный ей, мне кажется. Чего только одного сканирует? Они же медленные, как раз мы сможем их отсканить. Чего только одного сканирует? Это нечестно. То, что она закрыла собой остальных, вот это героизм. Так, вот еда, я вижу. Какое-нибудь ускорение сканирования. Кстати, батарейка, смотри, заметьте, садится. Детские звуки. Или пингвины ненормальные. Солевой пингвин Коко. Отличный уровень температуры, всех все нормально. Так, пингвинчики, кушать, все кушать. Все едят еду. И причем неизвестно, кормим ли мы их рыбой, так? Чем мы их кормим на самом деле? Мы не знаем даже, что в брикетах. Не-не-не. Сложи ведро. Сложи вот эту штуку. Бери вот эту штуку. И бери вот эту штуку. Утилитер какой-то совсем плохой, тут герцовка. 30 герц, что это? Или нет, это все хорошо. Теперь давайте собирать какаки. Любимая работа, блин. Ой, молодец. Че, ничего, чел ушел. Кекали, хорошо. Остался, это я четвертого собираю уже. Кто-то он. Ага, раз. Казинь зловещее, красное оформление. Думаю, последнего там остался действительно. Это здесь, да? Вроде все собрали. Давайте так несем. Посмотрим по состоянию, как они себя чувствуют. Посмотрим их визуально и потом пойдем. Кажется, у пингвинов все хорошо. Идите колотить, серьезно? Кровь на анализ. Ну, надо ли сдавать кровь? Записка. Что это за записка? Так вот, для чего нужен УФ-фонарь? Нужно следить за слизистыми выделениями животных. Да и сейчас есть говорить о заболеваниях. Подождите. Сейчас посмотрим. Ага.
Ага, это когда там гориллы блевали, мы могли посетить туда, получается, фонарем, правильно? Так, ну стало все нормально, давайте еще посмотрим, посветим всех гвинов. Тинкер себя подозрительно, да, ведет? Прикольные такие штучки, в которых они спят. Ой, какой хороший пингвин. Хороший. Кто задыхается? Задыхается Тинкер, да? Смотрите, у них всех разных цветов эти щечки. Да, Тинкер, давайте у него кровь возьмем на всякий случай. Тинкер какие-то странные звуки издает, он отличный от остальных. Это значит, что мы можем туда это проверить. Так, бум. Бум. Вот, я, да, я вагон транквилизаторов просто потратил в прошлый раз. Три лишние штуки буквально. Вот, почему он красный? Почему он красный? Тинкер, давай, иди спать. Мы с тебя кровушку возьмем на всякий случай и пойдем домой. Нет, тут еще так делать, да? Ой-ой, думал, что все. Все хорошо, Тинкер, все хорошо. Касавелла. Сломалась игра. Надеюсь, ты не мутант. А еще помните, да, в прошлый раз я когда гориллу изучал, Рокки еще эти странные звуки издают, да? Давайте на Рокки тоже попробуем. Нет, не только Рокки, они все издают такие звуки. Давайте проверим на Тинкере, и там дальше будет видно. Уходим. Возвращаемся домой и начинаем открывать все подряд. Что горилла, которая была в итоге мутантом, оказалась, она была стабильна по всем параметрам, но при этом она проявляла признаки болезни. Она там хромала, рвала, туда-сюда. Нам это запомнить надо и действовать. В зависимости от того, как это будет происходить. Сейчас, секундочку, что-то посмотрим. Еще моментус. Моментум. Так вот. Ага, ага. Все, супер. Так, кровь сдаем. Забираем образцы. И... А вы можете посмотреть, что с животными? Нет? Это станция, здесь можно только... Понятно. Да, у него все нормально с кровью, я думаю, остальные, значит, тоже, скорее всего. Забирать со всех кровь мы не можем. Им домой. И, не знаю, есть какие-то лекарства. Я бы вообще у себя кровь постарался взять, хотя, опять же, антисанитария. С другой стороны, в таком состоянии, в котором находится наш герой, о санитарии иглы, кажется, думать уже как-то поздновато немножечко. Как думаете? Или не поздновато? Мы вернулись в хаб. Пролез. Нам будет наложить новых штук. И мы, наверное, проверим шкафчик, правильно? Какой там код был? Семнадцать 68. Генточок. Даже без крышки. CJ, о, да, CJ, точно, Summers. Блин, мы очень плохо выглядим, ужасно плохо. Ну реально, это уже тут, ну, все совсем идет не так. Что такое? Ну-ка, давайте фонарик возьмем. Мы же можем.
Мы не можем здесь фонарик, да. На тележке его сейчас нет. Топор, кстати, у нас есть. Что такое? Сиджей и скета. Новый доступ. Данные скеты были получены. Что это такое? А, смотрите, мы еще кого-то не нашли, значит. Давайте возвращаться к животным. Все-таки кто-то там, кто орал, он все-таки еще этот... Еще болен. Возвращаемся. То есть потратить больше всего, но мы это сделаем. Так, мячица нам нужно. Кто там еще крики эти сделал непонятные? Ну, посмотреть. Еще транквилизатор воткнем. В этом случае. Он нам точно пригодится. Пару штук. Чик, чик, чик. Погружаемся. Я вот не обратил внимания, да, что здание-то не выполнено. Давайте искать дальше. Притопим, пока мутант не стал мутантом. Блин! Нужно 3 смертельных инъекции. Раз, два, три. Пойдем смотреть. Пока он не убил других пингвинов, надо притопить. Ага, тварина. Беги. Какой-то красавчик, в скобочках нет. За тобой уже выехали, родной. Он летает! Летающий пингвин! Пингвинчики, бегите отсюда, бегите! Нет! Утро пингвина, мразь! Ой, это пиздец. Сейчас же мне жопа наступит, да? Канада, да? Я вернулся каким-то образом. Нет, я не вернулся, он меня поймал. Все, бородай. Пусти меня, морозина, отпусти! У меня замотор для открытых. Смерть? Еще не смерть. Короче. Бежим, бежим, бежим! Третье. Инсаниам глациформст. Приземляйся, морозина, приземляйся. Фух, мы всех спасли. Фух. Тебе нужно высадить с него этого паразита. Давайте с паразитом сходим. Блин, эта сволочь нас задела. Получается, это ускорило нашу смерть, да? Я, конечно, немножечко переоценил себя. Потому что... Ну, очевидно, не надо было перезаряжаться на меня, прямо перед ним. Что медленно перезаряжаемся. У меня просто автоматизм из Helldivers идет. Так кто был-то в итоге? Будет тот, который еще один орал. Странный чего-чего. Да. При этом мы знаем, что мутантов можно вылечить. Надо для этого усидчей взять штучку. Возможно, кстати, если мы взяли последний раз кровь, да, проверили, мы сразу уехали, и если бы мы еще вернулись, то он бы вырвался, я думаю. И да, меня напрягает рука в биоотходах этого вагона. Это называли чувака, который до нас был? Хопвуд. Наверное, это Хоп, это либо Хопвуд, либо Сиджей. Поехали обратно. А, блин, точно.
Со стерильностью здесь все плохо, на самом деле. Мы же никакой процедуры дезинфекции не проходим, все, что мы делаем, это бессмысленно. Поэтому, что в Алабе все живые были. И жираф тоже. Без мутантов. Просто больные. А, кстати, горилла была больная, горилла и мутант. И мы протеряли, правда, еще одну гориллу, которую запили ее вчера. Вчера, то есть в прошлый раз. Так, окей, давайте это спустим. Смотрим, что в шкафу еще. Там КПК лежит. Должен быть... Саммерс. Эксперимент 23. Тестируем экспериментальные препараты на мутировавших особях. В фазе фрустрации они не действуют. Процесс деления патологических клеток обязательно должен быть завершен. То есть организм должен окончательно мутировать. Доступ к экспериментальным препаратам находится в ветстанции. Прекрасно. Я знаю, что мы теперь можем потыкать в закрытые ранее двери при помощи оторванной руки. Вот, на пробел тоже оказывается КПК. Появился этот экспериментальный препарат? Может быть, мы могли спасти бы? Двух. Офигеть, блин, спасибо. То есть, смотрите, мы сначала должны понять, чем болеет. То есть, посмотреть, чем животное болело, запомнить это. Имитирующего. То есть мы должны понять, какие у него неправильные параметры. Потом понять, если он мутирует, мы должны с него кровь взять. Но кровь с него взять, это только усыпить, правильно? И когда я гориллу усыплял, она залазила на какое-то там здание, загон для гориллы. Я до нее физически добраться не мог. Может, это специально сделано, потому что я не получил CJ штучку. Это вопрос. То есть кровь, скорее всего, зараженного нужна. То есть нам придется запоминать, кто конкретно мутировал. И делать это быстро, потому что если это не сделать, то она начнет резать других животных. Ну, ё-моё, как я не люблю на скорость работать. Очень не люблю. Ну ладно, будем думать, будем привыкать. Пустая. Так, давайте смотреть. Там кто-то орал. Туда я пока не хочу. Давайте потыкаем вот эту дверь. Мне кажется, более сюжетный. Скотт Кроненберг. Если кто не в курсе, это очень знаковый человек. Я не знаю, что это сооснователя, но боди-хорроры — это его стезя. Кроненберг. Дэвид Кроненберг. Джон Карпентер, кстати. Это режиссер, снявший нечто. Вот Р. Скотт — это не Ридли Скотт, случаем. Режиссер «Чужих». Вот Крейвена не знаю. И Саммерса. Ну, CJ я только из GTA не знаю. Саммерс и Крейвен. Секундочку. Так, продолжаем. Какая-то еда приехала. Кстати, я посмотрел, да. Крейвен — это режиссер «Кошмар на улице Вязов», кажется, «Крика». То есть, опять же, тоже очень известный режиссер хорроров, который что-то ввел новое в жанр. В общем, все эти инноваторы, вот только CJ, он, кажется, выдуманный. Как я понял. Надо давать пробовать. Тебя это всем не смущает, да, чувак? Ты у нас довольно хладнокровен. Или пассивен. Вот же CJ, да? А, стоп. Это же смотритель предыдущий. Он, походу, нифига не смотритель, правильно? Доктор Оливер Мецкер. What a surprise. Doc really turned out to be a doctor. А что, бодикам отключил? Он просто отвратный, на мой взгляд. Ладно. Давайте говорить. Да вот та женщина. I know it's you, son of a bitch. Док? Hey, take it easy, Paul Connolly. What's going on? Like you don't know, you bastard.
You think just because I'm poor, I'm an idiot? You infected me точно, with some crap and expect me to точно, die точно. Like the animals in your fucking zoo? Shut up! You think I wouldn't figure it out, Dr. Oliver Metzger? You said there was no lab here. So why the hell am I standing in one talking to you now? Oh, Paul, here you go again. Your ass shouldn't be where you are right now. This is a restricted area, not related to the zoo or your duties. And, yes, I did inject you with a parasite, but not to harm you, rather to protect you. Without it, your job would be much harder. If you use your head and get through the first night properly, I'll come back in the morning and remove it. You'll get your money after the first shift, and no one will get hurt. Just finish what you started. It's almost over, Paul. Игра, походу, весьма короткая, да, я так понял? Asshole! You think I'll believe a word you say after this? You'll have to, Paul. You're locked in, and I'm the only one who can open the door. Plus, I've got an NDA signed by your own hand, right in front of me. I'm just offering you a way out of this tricky situation, Paul. Незаконная, на мой взгляд, но... The choice is yours. Don't worry, I'll be back soon. Finish the job. Ну, под, немного я подразумеваю совсем незаконно. То есть, NDA не может заставлять человека запрещать подавать в суд, допустим. Суд для того и нужен, чтобы подобные случаи регулировать. Looks like Miss Summers was right to be worried about her husband. Неужели это реально CJ? О, это его рука. Понятно. CJ dead. Все, я понял. CJ умер. It seems they cause mutations in humans as well as animals. Ну-ка, ну-ка. Ничего не понятно, но очень интересно. Эволюционный код? Пангея. Происхождение мамочки Мэй? Что такое Мазер Мэй? Должно быть старее, да? Хорошо, просто не так пересеком конгрует слово. Так что, уях. Что такое Хокс? Хокс D12, Хокс B2? Пингвин, сорок, лошадь, жираф. И датчики, биологические передатчики. Индюсер. К сожалению, в биологии я не очень хорош. В терминологии биологии тоже. Ага. Зебра. А может, CJ заразили и в итоге его пришлось утилизировать? Блин, Кэсл, ну уйди, а, ну ты мне мешаешь посмотреть. Да, жираф будет страшным. Хьюман что? Хьюман паразит, да? Паразит человеческий, мы его увидели. Увидим, видимо. Жуть какая. Очень все плохо. Most likely all the information is stored on external drives. Without them, this computer is just an empty shell. I'm at a dead end. Ну, у нас есть какие-то дискеты, так? Am I supposed to be a hacker? Without a password, this floppy disk is useless. I can't do anything here without help. Окей, у нас нет пароля, да? Но с паролем мы сможем что-то сделать. Так. Сотовый. Пятнадцать пропущенных. Плохо. Hello, Paul, is that you? You said they took your phone. Yes, my dear. I found where they hid it. Lily. А я тебе говорил, не отдавать ей мясо. What are you talking about, Paul? We just had dinner recently. It was incredibly delicious. Gina was simply in awe. No. Fuck. No. I don't want to hear anything about it. If there's anything left, throw it away immediately. Paul. Paul, what's wrong? You're scaring me. Полудиот. Just do as I ask. Я говорил, блин. I'll be back in the morning and I'll tell you everything. Я говорил тебе. Даже если мясо нормальное, то это будет, ну, лучший случай, да.
Но оно, скорее всего, ненормальное. И уже, ну, все уже поздно что-либо делать. Если оно заражено, то это ГГ. И мне кажется, в концовке, где мы возвращаемся домой, и там жена с дочерью уже мутировали. Поэтому, возможно, надо перепройти игру и не отдавать мясо Лили. А возможно, нас не пустят, пока мы не отдадим ей мясо. Но я это проверю потом. Конечно же. Так, теперь что у нас получилось? Проверить вольер пингвина почему-то именно. Так. Да ё-моё, ну давайте загрузим снова обратно. Рыбы. Давай, притопим. Потому что рыбы у нас мало должно было остаться. Где-то килограмм. Ой, все это делаю. У меня же тут он уже есть. Все, что нужно. Еще по штучке загрузим. Оторванная рука Симмонса не подходит сюда? Мы еще чью-то руку должны найти. Возможно, Мецгер в какой-то момент приедет сюда, и он помрет, и мы его руку откроем, эту дверь. Ладно, давайте проверять. Загружаемся. То есть Мецгер уверен, что мы доживем до утра. Либо же он уверен, что мы не доживем до утра. Это тоже вариант. Так. Вопрос теперь, как лечить это гребаное заражение? Нам нужно понять, чем болен пингвин. А как я могу понять, чем он болен, если я... Если на нем нет симптомов? Или они все-таки есть? И в прошлый раз на горилле у гориллы с симптомами было что-то не то. В общем, короче, надо экспериментировать. Жаль, что у нас такие ограниченные ресурсы. Стой, мы же этот... Или нам еда пока не нужна, кстати. Посмотрим чисто так. Барик. А, ну да. Действительно. Что есть? Что я видел зеленое? Это комплекс, найс. Так. Ладно, давайте прибежим, посмотрим сначала. Возможно, нас ждет некоторое дерьмо здесь. Винчики. Почему коко вот красные? Нет, коко снова зеленые. А, кто-то все еще болеет, значит, да? Ладно, блин, придется кровь всех, что ли, собирать? А можем? Но он мертв, да? Мы не можем его вылечить уже, правильно? Ладно, берем транквилизатор и начинаем... расстреливать пингвинов. Понадобится еще пару транквилизаторов. У нас, кажется, три есть. Так, бум-бум-бум. Теперь на выход. Теперь мы берем. Вот так, интересно, может быть, мы можем сейчас вот так взять? То есть они вроде бы достаточно мирные. Реально? Тишку возьму с собой, потому что я могу. То есть я еще не все выполнил. Ну-ка, пока они там сидят, мы не можем, да, с них ничего взять. Дейки странные звуки издает. Давайте ее прям возьмем. Блин, они все издают странные звуки.
Изи спит. Просто так мы не можем взять, да, у них кровь? Так, это Тинки, которые мы уже брали. Ну да. О-о-о, там чувак пока там стоит. Можем ли мы у него кровь взять? Коп. Да, нам не обязательно транквилизаторы тратить. Найс, нас нужно просто дождаться, пока живот не перестанет ходить. Какого мы взяли сейчас? У Коко, да? У Коко и Коко, Дейзи и Тинкер. Коко, Дейзи и Тинкер. Остались Луна и Рокки. Все, нормально, нормально, живем. Все проще. Я думал, что мы не должны тратить вагон на транквилизаторов. Луна и есть, молодец. Луна хорошая девочка. И Рокки, да? Рокки. Тинкер. Коко. Коко, как мы взяли, да? Нет. Спиди спит. Спи, девочка. Рокки, давай. Хорош тренироваться. Остановись. Мы должны взять у тебя кровь на анализе. Сейчас загрузим кровь, и я надеюсь, я у всех взял. Потому что у меня все слабо с учетом, я вам так скажу. Луну точно брали. Коко, кажется, тоже брали. Коко. Рокки. Тун-тун-ту-ту-тун-ту-ту-тун-ту-тун. Спасибо. Тун-тун-ту-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун-ту-тун. Я неправильно понял инструкцию. Нам, кажется, не надо усыплять. Давайте бегаем обратно. Надеюсь, ни один из пингвинов не заражен ничем. Оп-о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 п. Итак, что мы видим? О-о-о, блин, нам еще мисти нужно, у них всех с кровью плохо. Окей. Еще мисти, это... Подождите. Их всего было 7, да? Теперь 6 мисти осталось. Я думал, что было 6, стало 5. Так, давайте за мисти сбегаем. Неожиданно, неожиданно. А их нужно кормить, интересно? Видите, где мисти? Коко, Рокки, Луна. Ей, всего 6, да, 6 это значит, это тварь, которую мы убили. Давайте здесь заменять будем. Интересно, а кормить их нужно? Как узнать, что они хотят кушать, допустим? Тот желтый значок значит, что они больны? Или как? Так, давайте. Фух, диагностика, погнали. Диагностика, только кровь, правильно? Инфекция крови. Скрафтить. Инфекция крови. А подождите, нам все заново надо их... Нам заново их нужно проверить полностью. Е-мое. Окей. My bad, чуваки. Я потратил вагон фитокомплексов, казалось. Надо их покормить. Собрать опять все подряд. Все можно собрать. Причай, да, мне нужно резать еду. И на этом будем, наверное, завершать. Как раз сейчас вылечим пингвинов и закончим. Так, бум-бум-бум. Рыба. Готовить. Резать. Так, всего 6 килограмм. Значит, нам нужно... Почти 6 килограмм. Значит, нам нужно треть отрезать. Где-то так. Чуть больше трети, правильно? То, что идет направо, это пингвин. Вот так. Бум-бум-бум. Отклонение маленькое. Принять. Уходим. Наружу. Ружу. Берем, да, ё-моё, хотя да, будет так, так, погнали. Ежедневные хлопоты, понимаете ли, зоопарк с нечто, что могло пойти не так, да? Так, роднули.
Мало ли, что у него с температурой. Нормально. Технически, скорее всего, у них все должно быть нормально, правильно? С температурой, с едой. Нет, сканирую Дейзи. Дейзи? Нет, нет, все нормально, да-да-да. То есть мы видим, да, что у них только кровь, все. Нам не нужно все таскать. Мы немножечко потеряли 2 кило еды, да. Ну что ж ты меня, игра, так расстраиваешь? Почему ты это в диагностике не определяешь? Она ведь вспоминает только на текущий заезд. Ладно. Тяжелый путь учения. Тернистый, я бы даже сказал. Так, теперь от инфекции крови, что нам нужно? Фига себе, на улице у нас витрина, конечно, жесть. Во, теперь он все видит почему-то. Правильно? А до этого не видел. Или это я в глаза долблюсь. А что для лечения инъекции крови? Какой из них для лечения инфекции крови? Во, вот эти штуки нужно создать, создать. Поехали обратно теперь. Бум-бум-бум. Стоп. Ветружье. Не-не. Все, погнали. Во, возле каждой инъекции нарисовано, что она лечит конкретно. Отлично. Опять же, надо разбираться. Дейзи, ты в порядке? Хорошо, это радует. Где остальные наши пингвинчики? Так, Луна, здравствуй. Так вот. Тинкер в порядке, Коко нет. Остался последний пингвинчик. Пингвинчиком мы всю серию бегаем, конечно. И Рокки. Ну куда-то. Во, прекрасно. Ну что ж, давайте, наверное, заканчивать. Продолжим в следующей серии. Будем возвращаться в хаб. И нас будет что-то там новенькое ждать, я думаю. И за всеми с вами прощаюсь. Всем за просмотр. Всем удачи. И пока. О, твою медь. Ты хорош. Живи. Я думал, почему нас не пронесло после третьего вольера? Потому что мы его не закончили. Теперь точно пока.